Так, Ленин пишет. Автор письма превосходно понял, что не парламент, а только рабочие советы могут быть орудием достижения целей пролетариата. И, конечно, те, кто не понял этого до сих пор, суть злейшие реакционеры. Будь то самый ученый человек, самый опытный политик, самый искренний социалист. Это под каждые буржуазные выборы вот эту детскую болезнь левизны цитируют. И не цитируют там момент, где Ленин специально оговаривается, что это только на 20 какой-то там первый год и только для немецких и голландских коммунистов. Но статья не про выборы, это статья, видимо, не поэтому все-таки визита. Ну, давай, дочитаем. Да. А Ленин написал поэтому. Ленин именно написал для голландских и немецких коммунистов. Нет, я помню, того я времени. Недавно, он им это написал, потому что, блин, он говорит, у вас парламент сильный, блин, люди ему верят, блин, еще. И это игнорировать нельзя. У нас парламент – это российский парламент, а касаемо того, как люди ему верят, блин, ну, это, опять же, притча во языцах. Российский депутат. Вот так они ему верят, блин, что только кроме анекдотов уже ничего и не сочиняют. И в анекдотах депутату обычно не сладко приходится, а всем насрать. В этом юмор, блин. Да. К слову, если Владимир Владимирович... Так что поблажек не надо никаких делать. Еще рейтинги какие-то есть? Демократия этой буржуазной, которая сдохла. Она сдохла и воняет. Так и надо и сказать, что сдохла и воняет. А не приводить, блин, цитаты. Она там еще живая, блин, ясный хрен по-другому себя ведем. Если эта хрень еще живая и дергается. У нас другой к ней подход. Мне кажется... если, блин, лежит труп холодный, блин, уже все, блин, червяками изъеденный, уже, блин, не знаю, что там, какой институт и институтик не дискредитирован вдоль и поперек, блин. Уже что не скажи, блин. Из этого демократического арсенала, то все, кроме, блин, там узкой какой-то прослоечки, все будут плеваться. И нам, блин, вместо того, чтобы этим пользоваться, нет, давайте им обратно прививать, блин, любовь к этой херне, которая уже давно не работает из-за экономики. Что, у нас не должно быть любви, не знаю, к какой-нибудь свободе собрания? По-моему, очень хорошая штука. И, кстати говоря, вот какая-нибудь профсоюзная борьба, нет, вот, например, мы опять, сегодня, блин, призывают многие, да, и мы в том числе как бы за профсоюз, за то, чтобы люди пробовали бороться у себя на предприятии. Ну, как бы нам необходима свобода собрания объективно для того, чтобы эту профсоюзную борьбу проводить. Мало ли что нам объективно необходимо. Ну, поэтому как бы мы за эти свободы. Другое дело, что мы осознаем четко, что если у нас... Мы за нашу свободу, блин, товарищ Громова, ты путаешь буржуазные, блин, свободы и наши свободы. Для этих свобод. В данном обществе, в данном обществе, с данной экономикой у нас не может быть больше свобод, чем мы имеем. Кинь нахрен свободы, когда вон их 11 миллионов, у которых 3 кредита уже и 4-й они берут. И таких будет, блин, через год уже 20 миллионов, блин. У нас всего в этих, блин, кабальных уже за 50 миллионов перевалило все трудоспособное население. У нас посчитай, блин, какая смертность, блин, от того, от всего, от 5-10, и как вишенка огромная на этом торте, это волшебство. И какие нахрен, какая нахрен свобода, блин? Чин нахрен свобода? Наша свобода, блин, да, вот свобода говорить о том, что уберите всю эту херню. Говоря о закредитованности, мы же видим, как можно вполне себе в капиталистическом обществе, в капиталистическом государстве, вполне себе провести кредитную амнистию, как это сделал Такаев, например, после 22-го года. Это результате того, что коммунисты там поддерживали либералов? Там, конечно, так случилось, не или коммунистов, что? Не либералов. Там другая немножко совершенно ситуация была. Но дело в том, что народ начал ситуация бузить, была. И народу кинули и делал это долго. Долго, с 11-го года, жена Зена. О, прикинь, если бы они не просто бузили, а за наши бы бузили. Глядишь, выбузили бы себе что-нибудь типа и побогаче амнистии. А, кстати, с амнистией, товарищи дорогие, блин, я как только, блин, буржуи ее дадут, надо сказать им, идите нахер. Опять же, блин, идите нахер, добрые дяденьки. Пришли, блин, сука, в моем доме по-хозяйски расположились, меня кабан объявили, а теперь милость тебе, блин, холоп. Все, не кабальный ты больше. Иди, блин, давай на помойку, блин. Нет, ну, вырабатывай, блин, себе кусок хлеба и мне прибавочную стоимость. Не совсем, блин, их прям послать, потому что, честно говоря, рабочий класс, который у нас, ну, пока не пришел в движение, но и даже себя не совсем осознает пролетариатом. Ну, блин, и надо, как раз, чтобы он осознал. Это одно другое не отменяет. Осознал себя пролетариатом, товарищи дорогие, это надо понимать, чтобы он осознал себя хозяевами всего. Это верно. Вот, всего и вся. И чтобы он пришел сразу
пришел, блин, сука, в лютый гнев от всего, что происходит. Вот, что значит, чтобы он себя осознал. Это не значит ему, что вот, ты как гражданин, блин, давай, вот буржуазная, блин, демократия, офигенная штука. За свободу собрания. Да, нет, давайте с империализмом сказал, воевать за капитализм. Всего. Просто для того, чтобы человек-то подумал, ну, понял. Что там Ленин говорил? Про... А, ну ладно. Да, говори, товарищ. Хозяина всего, он же должен это как бы в ходе борьбы какой-то все-таки понять. И это, не, это непременно за буржуазные свободы должна быть борьба. Ты это хочешь развить, товарищ Громова? Нет, я хочу сказать, что очень странно говорить, что нужно послать, допустим, какое-нибудь государство, которое объявляет кредитную амнистию. Да. Ну, как это объяснить народу, населению? Наверное, не послать, а сказать, что, слышь, тебя все равно ограбили. И ты, и то, что они тебе какие-то амнистии объявляют, это ни разу не отменяет, значит, того не факта, что они ограбили. Это значит разъяснить ситуацию. Нет, послать им не в смысле, что отказаться от амнистии и выплатить кредит. Ну, да, и они в этом смысле. Звучит, и они в этом смысле. Это только звучит так для того, кто недопонял или сознательно хочет перековеркать. Нет, ясный хрен, послать мне, сказать, что мне не... Подачки не нужны, и как Одиссей, блин, пришел и сказал, мне ты все продай, что у тебя есть, и что у родни есть, все продай, а? Потом возьми сам кредит, насколько сможешь, вот это все принеси мне, я и тогда тебя пошлю, и выпотрошу. Ну вот помните, недавно была забастовка крановщиков в Казани. Хорошо. Помните, там история такая была, что начальничек... Мы не про забастовки говорим. Не, я просто там к подачкам. Ну. Начальничек там выписал веща, значит, одному из крановщиков, и за него вступили остальные крановщики, остановили класс. Работу. Молодцы. Их там позвали на какое-то это собрание, ну, типа там чуть ли не трехсторонние переговоры происходили. В общем, кому интересно, можете освежить в памяти это. Но суть в том, что забастовка закончилась фактически тем, что ну, они договорились, то есть крановщикам сколько-то выплатили нужного им, и все на этом остановилось. То есть, ну, надо было от этого отказаться. Надо было не останавливаться, вот, товарищ Громов. Видишь, надо было не останавливаться. Товарищ, есть, я не говорю, это... что, я не говорю, что надо от чего-то отказываться. Я говорю, что вообще все надо забрать. Вот что я говорю. Нам ни от чего не надо отказываться. Нам просто какую подачку они не сделают, нам мало будет. Просто потому, что они уже довели дело до того, до той точки, когда меня не интересуют уже всякие варианты, что мы вам что-то дадим и туда, и сюда. Слишком много. Мне, если бы это было там в 18-м году, может быть. Хотя тоже вряд ли. Опять же, любые подачки, которые они будут со своей стороны давать, это исключительно для удержания их господствующего положения. Соответственно, борьба, она не останавливается, поэтому если она утихает со стороны пролетариев, это значит, что неизбежно у них и эти подачки рано или поздно обратно отберут. И тут не грех как раз Маркса вспомнить, который прямо и учит прямым текстом. Что только, блин, и вот вы и только и дискредитировать их на каждом шагу. И даже когда они что-то хорошее делают, блин, разоблачать, что этого мало и все равно недостаточно. Что они на прогрессивный налог, блин, согласились, бля, мало. Давайте нахер 50%. Согласна полностью. Согласятся на это, сказать, пошли нахер, 75%. Иначе у нас тут патриотизма никакого не получится, знаете ли, и суверенитет наш не процветет. Сказать, ты, сука, пролетарию говорил, что это кишки положи на алтарь Отечества, а мы же добрые, да, гуманные, мы не говорим кишки, мы говорим, вот денег положи и гуляйся, смотри, какие мы клевые, в отличие от вас. Ну, к Ленину мы говорим, а то мы сейчас по-вашему уж начнем. А и они все кричали, что не начнете, ну попробуйте. А потом, как попробовали, давай выйти. Так, ну, в Евросоюзы всякие жалуются. Для того, чтобы, вот, если мы с этим примером, да, как-то дальше попробуем его развить, вот для того, чтобы это все продолжать. Ну, вот я, честно говоря, не знаю, как там внутри действительно обстоят дела. Может быть, там действительно с этими крановщиками кто-то разъяснительную работу проводит. Может быть, там какие-то связи образовались. Может, там какие-то планы дальнейшие существуют. И хорошо, я про вам попутного, товарищи дорогие. Хорошо, если это все есть. Ну, действительно, хорошо, можно... отлично. И отлично, если бы это было еще на систематической основе. Ну, большому... И отлично еще, что вообще бы горячая линия какая-нибудь была бы. Да. Чтобы вот позвонил бы ты отлично. С любой точки нашей необъятной антифашистской империи добра.
и сказал, что вот у меня беда, и сразу тебе скорая помощь. Ну, причем на стройках, мечты. Судя по информации от разных начальство товарищей, нам не разрешит такое. Мы им не скажем сразу, не знаю. Ну, это да, но они прознают. Ну, пусть им будет это... Я их боюсь тревожить, они, видишь, что делают. Ты видала отдамчик? Раз, двух РПК. Это вообще... Кошмар, мне спрятаться захотелось куда-то. Он мало того, сам не подарок, блин, килограмм 120 уже. А еще два РПК, два. Два, мне с одним-то все, мне ловить нечего, а у него два. Ну, все, кошмар. Кошмар. Вот как бы он у хурнацистов покрошился сразу же в первые секунды появления. Ну, наверное, он когда там появляется, он вроде наездами там бывает, я что-то такое слышал, да, покрошит кого-то и назад. Ну, его, наверное, как пожарную команду. Как Парис. Побился, потом раз у Афродита к Елене, прекрасный, в койку, потом опять пошел, побился, пока в охоточку. Так, назад. Ну, может, мы вернемся да, к статье, давайте, мы не разберем тезисов из статьи вообще. Давайте ею, наверное, ограничимся. Я вообще, наверное,